По данным разведки, известно, что глубоко под землей скрыто несколько фабрик. Но нашим войскам к ним не добраться. Судя по излучениям тепла из этой шахты, внизу находится одна из фабрик. Ее уничтожение значительно увеличит наши шансы на победу. Сканеры не могут определить ее точные координаты, так как мешает глушащее устройство, находящееся рядом с вашей позицией. Сначала отключите это устройство. Когда закончите, я смогу провести вас к главной цели. Время от времени выходим на связь, но как только войдете, вы будете. Пока глушащим... Сигнал подключен. Жалко, интересно было послушать. Геназианские войны! Враг устранен. Снайперский режим. Самый меткий, самый смертельный. Начать штурм двери, Дельта. Приступаем к штурму двери. Заряд заложен. Назад. Ложись. Штурм завершен. Вперед. Чувствуете запах? Они собирают виндовую смолу. Взрывоопасная штука в необработанном виде. Геонатианцы. Вперед, вперед! Снизу слышно звук работающих машин. Похоже, мы на верном пути. Это ведь означает, что мы еще убьем нескольких жучар, верно? Вы просто посмотрите на это местечко. На мосту обнаружено несколько целей. Дельта-лидер, здесь подходящее место для ведения снайперского огня. Не нравится мне этот звук. Наверху должно быть идет битва. Безупречный выстрел, командос. Хватит хромать. Иди, прими бакту, солдат. Лечусь с помощью бакты. Кажется, мертв. Дельта 62 к бою готов. От этого местечка у меня мурашки по коже. Что это за яйцеподобные штуковины? Занять снайперскую позицию, командос. Господа, похоже на геназианской родильной палате. Кто бы мог подумать, что это и есть яйца? Держитесь от них подальше, на всякий случай. А я думал, что уже с них жут быть не может. Черт, идет большая битва. Можете звать меня мутантом, но мне кажется, что здесь насекомые. Отличная работа, Франк. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Засечены дроиды конфедерации. Деактивирован. Враг убит. Стань там, Дельта. Уже иду. Вижу глушащее устройство, но оно закрыто щитом. Терминал щита должен быть где-то рядом. Граната! Это устройство глушит мой визор. Уничтожите, Дельта. Сейчас я покажу, как это сделать. Занять снайперскую позицию, команда. Есть, сэр. Дельта 15. Оставить позицию, Дельта. Уничтожим Кайка отсюда, Дельта. Уже на холодном конце этой пещеры стоит компьютерный терминал. Должно быть, он управляет щитом глушащего устройства. Thank you.
щит отключен. Давайте взорвем это устройство. У нас все получится. Обеспечен нам снайперский огонь, Командос. Зона захвачена. Пробегаемся дальше. Геоназианцы. Нас учи. Приступите к снайперскому маневру, ребята. Сейчас я покажу, как он скажет. Метка это батарея, на это ты понял. Оппозиция. Установить заряд на глушащем устройстве. Дельта 40 ставит взрывчатки. Прикройте мне спину, Дельта. Заряд почти установлен, сэр. Лидер отряда тяжело ранен. Они за это поплатятся. Заряд заложен, сэр. Нужна немедленная помощь. Начальное сканирование показывает, что на один уровень ниже вас находится огромный комплекс. Вы должны выйти через проход с оглушающим устройством. Теперь мне лучше. Подлечись, Дельта. Есть, сэр. Благодарю, сэр. Дельта 62, к бою готов. Хватит хромать. Иди, прими бакту, солдат. Уже лечусь, сэр. Бакту применил. В самом конце этой шахты есть выступ. С него можно спуститься по веревке на нижний уровень. Давайте опустимся на нижний уровень. Прямо за вами, лидер отряда. Будьте осторожны. Мои сканеры засекли внезапную всплеск активности в вашей зоне. Вентиляционная труба, ведущая к фабрике, находится на противоположной стороне пещеры относительно вашего положения. Понятно. Мои сканеры не могут найти вход в фабрику. Вам придется импровизировать. Геоназианские войны. Занять снайперскую позицию, Командос. Перехожу на позицию. Осторожно! Атакуйте новую цель с фланга! Укрытие! Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Перемещаюсь на позицию. Седьмой выбыл. Прикрывайте свои спины, Дельта. Отличная меткость. Надо лежать. Геоназианец. Разрази меня, Гром, что это было? Геоназианская элита. Остерегайтесь их лазером. Помогите сейчас же. Прекратить снайперские маневры, Командос. Они забаррикадировали мост. Давайте-ка поставим заряд на эту преграду. Хорошо. Давайте начнем. Оставить позицию, Дельта. Устанавливаю детонатор. Заряжаюсь. В укрытие! На конце этого моста стоит звуковая турель! Дайте мне пару секунд. Заряд заложен. Геоназианские воины! Прекратить, Дельта! Как нас учили? Отходим, Дельта! Противника... Продолжайте движение, Дельта! Это на 7 перезаряжается. Прими бафту, Командос. Есть, сэр! Теперь я здоров. У меня повреждение. Можешь принять бафту, Дельта. Есть, сэр. Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Перемещаюсь на позицию. Есть, сэр. Вот что мне было нужно. Почему нам достается самая трудная работа? Отряд, не сдавайтесь. Отлично выполнено, сэр. Приступить к снайперскому маневру, Дельта. Занимаю позицию.
Прекратить выполнение маневра, Дэвда. Так нас учили. Прими бакту, командос. Понял, сэр. Хорошо выполнил этот интерфейс. Жучиная мертвечина. Теперь мне лучше. Занять снайперскую позицию, командос. Уже иду. Отходим, Дека! Прекратить выполнение маневра, Дека! Я бы всю жизнь этим занимался. Перемещаюсь к указанной позиции. Продвигаемся дальше. Противник повержен. Цель под прицелом. Покажем им настоящую огневую мощь. Двигаюсь. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Есть, сэр. Меткое попадание. Оружие на голову. Дальше не пройти. Похоже, нам придется создать собственный мост. Хорошо заложенная взрывчатка у основания этой колонны может создать нам мост. Прекратить снайперские маневры, командос. Вы продумали. Это то, что нужно. Отличная работа, Дельта. Фабрика находится прямо напротив вашей позиции, Дельта. Дельта 62 к бою готов. Ты, к бакте, живо! Вас понял, применяю бакту. Дельта 40 вылечен на 100%. Можешь принять бакту, Дельта. Уже иду. Так намного лучше. Фабрика находится в конце этой вентиляционной трубы. Поторопитесь!